этот салон красоты настолько популярен, что клиенты порой записываются за месяцы, и они готовы ждать. Ведь здесь, в Ауре красоты, работают сильнейшие мастера Омска. Они никогда не останавливаются на достигнутом. Учатся и учатся у лучших стилистов России и Европы. Сохраняя цены омскими, они достигли далеко не омского уровня в работе. Поэтому мы здесь ждем маленького чуда от Нины Даниловой и ее стилистов. Сегодня выполнять задуманное будет любовь. Очень уж заинтересовало наших стилистов окрашивание Лены. Корни светлые, по длине волосы становятся черными. Все наоборот. Оказывается, Лена была блондинкой. Неудачный эксперимент закрасила самой темной краской. И на этом успокоилась. Изрядно испортив свои волосы. Мастер убрала лишнюю длину. Она действительно была лишней, не подходила девушке. Волосы длинные, красивые в распущенном виде. Когда на них сделана стрижка и когда они здоровы и блестят. Этого пока нет, но скоро будет. Лена рассказывает нам жуткие истории, как в другом салоне Лену оставили без половины волос, сожгли кожу головы, а наш мастер уныло вздыхает. Она слышит это каждый день и каждый день исправляет ошибки других салонов. Аура красоты первой заявила, что отказывается от вредной химической краски, так как красота без здоровья невозможна. Поэтому здесь используют только инновационный краситель, который, окрашивая, лечит волосы. Даже сейчас, осветляя волосы Лены, избавляя ее от черного пигмента, мастер применяет безвредное средство. А в это время мастер маникюра приводит в порядок руки Лены. Руки секретаря должны быть безупречными. И для этого стоит делать аппаратный маникюр, чтобы дольше ручки оставались такими ухоженными. Стоит покрывать ногти гель-лаком, так как он держится до месяца. Это экономит и время, и средства. Каскадная стрижка, чтобы Лена забыла про резиночку и с гордостью носила волосы распущенными. Мы торопимся, ведь Лену дома ждут гости. Ей не терпится в свой день рождения предстать перед семьей в новом образе. Сделав шатуш, плавный переход от темных корней к светлому оттенку, самое прогрессивное окрашивание, теперь тонируем волосы. Краситель используем, состоящий из масел и керамидов. Напитываем волосы Лены и заодно выравниваем цвет. Придадим волосам красивый оттенок. Макияж будет легким, подчеркивающим природную красоту Лены. И все, аплодисменты мастеру, поворачиваем Елену к зеркалу. Такие перемены, как тебе такой подарок? Мне очень нравится. Чувствую себя на все 100. Шикарные кудри, красивое платье. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что этот день рождения останется надолго у тебя в памяти, что ты никогда его не забудешь.